Друзья, всем привет! Это будет небольшой видеообзор отеля Desert Rose. Отель находится в Хургаде, буквально 20 минут 25 езды от аэропорта Хургады на юг. Отель 5 звезд на первой береговой линии. Отель с огромадной территорией, с аквапарком. Как обычно, в этом видео расскажу вам о всех плюсах и минусах проживания в этом отеле, о всех нюансах, а они здесь есть, кстати. Так что обязательно досмотрите до конца, в конце поделюсь своим впечатлением. Кстати, меня зовут Сергей Афанасьев, компания Турагент 63, мы являемся онлайн туристическим агентством, бронируем туры из всех городов вылета во все страны. Давайте смотреть отель. Итак, друзья, hello. Спасибо. Мы заходим на территорию guest reception. Вот, смотрите. Немножко обновили, что-то сделали, да? Смотрите, какая громадная люстра висит на потолке. Просто потрясающе, да? Просто. Очень большой светлый холл, много мебели. Мебель достаточно хорошего качества. Смотрите, она деревянное такое основание, да? Качественное. И мягкие сидушечки. Много света. Получается очень хорошо, уютно. Честно сказать, я был в этом отеле больше 10 лет назад и уже, честно скажу, не помню, что здесь как. Очень интересно посмотреть, что у нас здесь поменялось, что обновилось. Помню, что здесь аквапарк поменялся полностью. Сейчас мы узнаем во всех деталях. Кстати, друзья, хочу сказать огромное спасибо всем нашим дорогим туристам, кто уже ранее воспользовался услугами нашего агентства. Спасибо за ваши впечатления, которыми вы делитесь, возвращаясь с отпуска. Спасибо за ваши отзывы о нашей работе. Честно сказать, ваши отзывы помогают нашим новым туристам, а также вдохновляют нас на съемки новых видеообзоров для вас. Вот, это нам реально придает силы. Кстати, все отзывы о нашей работе легко найти в интернете. Просто забейте «Турагент 63» отзывы. Вы найдете там всю актуальную информацию о том, как мы работаем, вообще поймете, стоит ли нам доверять или нет. Вот, ребят, если вам нужна помощь в поиске бронированного тура, то переходите по ссылке в описании на наш сайт «Турагент 63», оставляйте заявку, мы с вами свяжемся, ответим на все интересующие вас вопросы и подберем для вас наилучший вариант для вашего отдыха. Мы будем рады вам помочь. Чтобы повысить концепцию с all-inclusive до ультра all-inclusive, они могут это сделать либо через турагента, либо здесь на ресепшене. Значит, по стоимости это будет $15 в сутки за человека. И минимум ночей 5. То есть гости не могут повысить концепцию только на 2 ночи. Минимум ночей 5. Значит, у них будет безлимитное посещение всех а-ля-карт ресторанов. Завтраки в а-ля-карт ресторане «Дельфино», который находится возле моря. Потом мини-бар пополняется ежедневно. И еще в мини-бар они добавляют пиво. И каждый день пополняется. Услуги прачечной. Потом им выдают купон «Одно посещение в спа, сауна и джакузи бесплатно». И купон на кальян один раз. По алкоголю у них идет алкоголь местного производства, но премиум класс. Смотрите, выходим из зоны ресепшена на территории отеля. Первое, что бросается в глаза, это очень много зелени, ребят. Уютненько, выстриженная травка. Нюанс какой? Вот дорожки у меня от нас вот такое вот состояние, да? То есть это такой вот бетон, имитированный под камень, выкрашенный. Вот. Ну, в принципе, состояние не критичное, неплохое. Есть местами, конечно, вот такие вот моменты соединения, да. Вот, я думаю, смысл поняли, но это не повсеместно. Сейчас посмотрим во всем детально. У нас есть 3 бассейна и аквапарк. Аквапарк находится сразу за ресепшеном, он подогревается. На данный момент он работает, в зимний период, он работает с часу 30 до 4. И 3 бассейна у нас, один из них подогревается, Activity бассейн.
Смотрите, ребята, в зоне ресепшена первый бассейн, который перед вами открывается. Это бассейн спокойный, здесь ни музыки, ни шоу нет, ничего. Здесь не ходят приставучие продавцы спа-центра, дайвинга. Здесь максимально тихо и спокойно. Территория большая, ухоженная, зеленая. Смотрите, какие огромнейшие кусты растут прямо на фасаде здания, да? Сколько много зелени, красота. Смотрите, друзья, в отеле есть практически олимпийский бассейн, да, несколько дорожек. То есть, если вы профессионально занимаетесь плаванием, здесь вы будете себя чувствовать как дома, в комфорте. Плавать можно, устраивать соревнования. Друзья, вот мы с вами подошли плавно к бассейну с подогревом. Здесь видим, что много детей, много семей. Тихо, так спокойно, классно. Ну, все шезлонги заняты, потому что в основном мы любим купаться все-таки в теплом бассейне. Это факт. Здесь есть такие две небольшие горки для совсем маленьких детей. Покрытие прорезиненное, безопасное, чтобы дети могли спокойно бегать, не подскользнуться. Здесь отдельная зона для купания с детьми и отдельная зона для купания для взрослых. Здесь глубина, кстати, больше 2 метров, ребят. То есть здесь, пожалуйста, можно хоть с бортика нырять практически. Вот состояние плитки. Она была положена давно уже, да? То есть вот такую здесь плитку уже никто нигде не ложит, но... Скажем так, она не новая, видно следы эксплуатации, но грубых каких-то замечаний у меня по качеству плитки нет. Смотрите, какой большой классный бассейн. Кстати, друзья, чуть не забыл показать вам новый аквапарк, который был реконструирован буквально год назад. Вот несколько таких, 1, 2, 3, 4, 5, 6 горок. Здесь красота, будете наслаждаться. Здесь рядышком есть футбольное поле, теннисные корты и все остальное. Наслаждайтесь. Друзья, смотрите, вот насколько зеленая территория, уютная. Реально очень много зелени в отеле. Вот смотрите, вот такая аллея прям офигенная, да? Прям все в цветах, утопает. Далеко не везде можно встретить настолько ухоженные, красивые отели. Смотрите, вот на крыше видно, да? Проходим. Цветы, 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 везде цветы, цветы, цветы. Вообще красиво выглядит. Смотрите, насколько это, да? Классно, сколько цветов. Вот со стороны, если выйти, посмотреть... На все это удовольствие, смотрите, как классно все это смотрится. Сколько много цветов. То есть территория, это видите, насколько она ухоженная. Круто. Если, друзья, идти по направлению к пляжу, мы с вами попадаем в зону детского мини-клуба. Здесь, смотрите, качели, там аэрохоккей, еще качели, лазилки. Что-то такое вот в виде пампы или что-то. Это мини-бассейн такого раньше, наверное, было. Не понимаю, такой корабль. О, классно детям полазить по кораблям. Прям как будто в детстве погружаешься. Кстати, друзья, мы расширяем штат сотрудников нашей компании. Если вы мечтаете работать в туризме или когда-то работали в туризме и хотите вновь сюда вернуться, то добро пожаловать в нашу команду. Мы будем рады вас видеть. Мы абсолютно бесплатно вас всему научим. Вы гарантированно будете тратить в 2 раза меньше времени, но при этом будете зарабатывать гарантированно в 2 раза больше, чем в любом другом агентстве. Мы ищем менеджеров по продажам в туризме онлайн. Если вам интересно данное предложение, то напишите на WhatsApp по номеру телефона, указанного внизу экрана. Ищу работу, хочу работать у вас. Смотрите, друзья, вот мы с вами подошли в зону пляжа, и здесь вот расположены номера категории Club Room, то есть это номера, расположенные с видом на море. То есть вот он один корпус, там второй корпус, на пляже мы видим заграждение, шезлонги деревянные, староватенькие, честно сказать, видите, вот матрасики такие тоненькие. Но преимущество данного отеля здесь, независимо от приливов и отливов, мы всегда будем с вами гарантированно купаться. То есть в отеле много лет назад была сделана, скажем, такая искусственная лагуна.
Вот сейчас вы видите, про что я говорю. Вот видите, такая вот полукругом, если вы посмотрите на карте, ее в принципе очень хорошо видно. То есть вот такая огромная лагуна. Там вот видите, такие лежачки, можно покататься, покупаться на них. Там находится а-ля карт-ресторан, снэк-ресторан, там можно в течение дня перекусить. То есть благодаря вот этой вот искусственной созданной лагуне получается очень большая береговая полоса в данном отеле. Водичка здесь прозрачная, она постоянно обменивается, если она не воняет ничем, заходить в нее спокойно можно, практически без какой-либо обуви, да. Вот, косяк, нашел какой-то пакет, да. Обязательно что-нибудь найду. Косяк какой-то. Водичка прозрачная, чистая. Хорошо прям. Смотрите, вот еще одно маленькое дополнение. Вот в этой части, вы видите, такой вот мостик стоит полуаркой. Там есть спуск, можно поплавать с маской, с трубкой, посмотреть на красоту подводного мира. Ну, он такой полумертвый, честно скажу. И вот большой пирс, который мы видим с вами там, он больше предназначен для парковки, я так говорю, парковки больших кораблей. На пляже мы видим, можно арендовать каноэ, водные виды спорта и насладиться спокойным и гарантированно безопасным купанием вот в этой лагуне. То есть какой бы ветер ни был, здесь вы будете купаться безопасно. Опасно на 100%. Да, я, наверное, уже 10 раз сказал за весь период этого съемки этого отеля, что здесь красивый территорий. Смотрите, кстати, вот в зоне пляжа, забыл сказать, есть вот такой вот открытый спортивный зал, где можно заниматься спортом на свежем воздухе. Есть силовые тренажеры, гантели, штанги, кардиотренажеры есть. Браслеты мы не срезаем, то есть если гости улетают ночью, у них есть два варианта. Они могут продлить номер, это будет за дополнительную оплату, до 3 часов $20, до 6 – $40 и до 9 – $60. Либо второй вариант, в 12 гости сдают ключи, багаж будет храниться в комнате для багажа, браслеты у них остаются, они могут пользоваться буквально всем. И также при сдаче ключей они могут попросить комнату для душа в определенное время. Им выдадут стандартный номер, который находится здесь, где лобби, на втором этаже, на минут 40-45, чтобы принять душ и переодеться. Это бесплатно. Мини-бар бесплатный. Он пополняется по правилам отеля, пополняется каждый второй день. Но если вдруг у гостей закончилась либо вода, сок, кола, они могут позвонить OTS, Customer Service Department, по номеру 0, и им пополнят в любое время. Wi-Fi в стандартных номерах, которые без ремонта, нету интернета. Только у категории Superior, улучшенной, есть Wi-Fi. И корпус 1000, вот этот корпус, стандарт, но он с ремонтом, с косметическим ремонтом. Тоже Wi-Fi там есть. На ресепшене есть, в барах есть, в ресторанах есть, да. Я имею в виду, что номера, стандартные номера, которые без ремонта, Wi-Fi там нет. Вот здесь вот расположены у нас номера категории Superior. Они бы все после реновации. Здесь хороший качественный Wi-Fi. Вот такой выглядит фасад здания. Видите, как в зарослях, как в джунглях получается там все. Номер категории Superior. Мы видим после реновации. Смотрите, о, светло, прям приятный запах, аромат, большая широкая кровать. Приятно, прям матрасик классный. Свежий ремонт, хорошая мебель, хороший текстиль. Здесь все обновлено, зона с телевизором. И выход у нас на... Вот легко открывается дверь, только смотрите, вот эта засада, наверное, так задумана, наверное, не знаю. Но сам факт, такая плетеная мебель осталась еще старенькая, и вид на территорию отеля. Мини-бар пополняется ежедневно, чай, кофе, водичка, сейф имеется. Сейчас покажу, как у нас выглядит ванная комната. Смотрите, все выкрашено в белой краске. Даже картинка есть подсветка. Свежие цветочки, большое зеркало. Есть вся косметика. Номер большой, светлый. Отличительная особенность. Здесь у нас идет дверь, открывающаяся и закрывающаяся. Смотрите, очень интересно. И большая душевая кабинка.
Друзья, важный момент дополнения по размещению. Номера категории «Superior» предназначены, например, для размещения 2 плюс 1 или 3 плюс 1. Если у вас трое человек, например, двое взрослых плюс ребенок старше 1, младший, соответственно, для детей дополнительно ставить еще одно дополнительное спальное место. Есть номера «Connect», то есть, например, это соединяющиеся два номера одной двери. Это номера «Connect Family» уже получается. Кстати, если вы хотите разместиться в старом номере стандарта, вот, пожалуйста, корпус 6000, можете попросить вас заселить сюда. Но это будет только ближе к морю. Смотрите, вот так вот выглядит внутренний дворик с лежачками. И старые номера у нас в 2000, 3000 и 6000 корпусах расположены. Номер категории «Стандарт» без ремонта. Мы видим старый вариант отделки плиточкой. Косметика вся есть. Плиточка такого старенького дизайна мы видим. Да, шторочка такая интересная, да. Зона гардероба, старая мебель, деревянная хорошего качества. Чай, кофе есть, мини-бар, водичка выполняется, сейф имеется. Зона для багажа, столешница деревянная со стеклянным покрытием, стул деревянный, две кроватки. Номер предназначен максимально для размещения 2 плюс 1. То есть или будет одна двухспальная, или две односпальные, плюс еще одна экстра батарейка. Хороший матрасик, приятный на ощупь. И немножко сейчас покажу. Опять смотрите, ступенечка. Не знаю, зачем это сделано так интересно. И вот вид открывается. Смотрите, классно. На внутренний дворик. Сколько зелени, сколько цветочков. Голубое небо, голубой бассейн, зеленая травка и все. Картинка складывается. Сидишь так, куришь, наслаждаешься, кайфуешь. Кстати, друзья, вы меня часто спрашиваете в комментариях, сколько стоит тот или иной отель. Здесь нет однозначного ответа, потому что у нас на стоимость тур влияет и количество ночей, и город вылета, и время года, и множество других факторов. Но если вы перейдете по ссылке в описании к этому видео на наш сайт Tour163, там есть модуль поиска туров с актуальными ценами, с вылетом из всех городов России во все страны. Там вы найдете самые хорошие и привлекательные предложения по цене. Если у вас не получилось самостоятельно разобраться, то там же на сайте вы можете оставить заявку, с вами свяжутся менеджеры, ответят на все интересующие вас вопросы и подберут наилучший вариант для вашего отдыха. Ресторан The Palm. Гости могут там завтракать, обедать, ужинать. Потом после ужина есть поздний ужин, потом легкий ужин и ранний завтрак. То есть в течение суток гости могут, кто приезжает поздно, поужинать, кто приезжает рано, позавтракать. И 4 ресторана а-ля карт: мексиканский, ливанский, рыбный и итальянский. Для концепции all-inclusive, которые синие браслеты, у них включено 3 ресторана: мексиканский, ливанский и рыбный. То есть в течение отпуска они могут посещать 3 ресторана. Без ограничений? По одному разу. Если гости находятся одну неделю, по одному разу каждый ресторан. Если 2 недели, 2 раза в каждый ресторан. Для гостей, у кого ультра все включено, концепция, черные браслеты, у них безлимитное посещение всех а-ля карт, включая итальянский. Итак, друзья, сейчас покажу вам, чем кормят нас в главном ресторане в этом отеле. Быстренько пробежимся. Здесь у нас овощи свежие, смотрите, нарезают под вас. Hello. Выбираем, как обычно, свежие овощи, соусы. Напротив еще свежие овощи, холодные закуски. Тут мы видим пару видов супов с говядиной, с курочкой. Здесь станция готовит у нас пасту с различными соусами. Здесь сейчас пробежимся по горячим баклажаны в томатном соусе. Запеченная паста с морепродуктами. Здесь у нас рис кристаллический. Говядина с паприкой, картошечка, это турли, овощи, это у нас куриный пирог какой-то, это овощи. Здесь у нас дают пиццу, здесь, пожалуйста, у нас фрукты нарезаются, здесь гранаты, апельсины, дыни,
бананы и так далее. Есть, смотрите, отдельная зона для приема пищи с детьми. Здесь есть маленькие стульчики, стульчики. Соответственно, для детей здесь диетическое питание. У вас не будет проблем, чем накормить. То есть, видимо, курочка, и рыбка есть, и картошечка, и макарошки, и сладости. И садимся с малышами, кушаем здесь. Горячим блюдом еще раз пробежимся. Овощи есть, рис есть, запеканки есть, картошка есть, говядина есть, мясо есть. Еще одна станция с пастой. То есть, смотрите, в принципе, блюда повторяются. Я не скажу, что большое какое-то разнообразие мы здесь увидели. Смотрите, ну и самые вкусняшки. Это вот готовят на улице. Колбаски говяжьи. Там готовят у нас рыбу на гриле. Здесь у нас можно набрать куриные крылышки. Гриль. Здесь готовят кебаб, картофель фри и рыбку. Смотрите, столы сервируют у нас скатертями деревянные. Металлические у нас стулья. Дизайн старенький. Друзья, то, что касается разнообразия питания и качества питания, здесь у меня замечаний никаких нет, достаточно все вкусно. Приготовлены официанты, приносят напитки быстро, убираются столов тоже достаточно быстро. Вот. В плане питания у меня замечаний никаких нет. Смотрите, есть клуб Soda Bar, здесь в 16:00 открывается, здесь диджей играет, такое тусовочное такое место. Бар с напитками, здесь можно посидеть в компании друзей. Итак, друзья, подводя итоги нашей коротенькой инспекции данного отеля Desert Rose, я хочу сказать следующее. Мне данный отель понравился своей зеленой ухоженной территорией. Реально он оправдывает свое название Rose Rose. И реально он весь цветет, прям утопает, я бы сказал, в зелени и в цветах. Кухня разнообразная, вкусная, без каких-либо излишеств. По номерному фонду вы уже поняли, что есть номера новые, реновированные, есть номера не новые. Это нужно обязательно учитывать при бронировании. Если будете бронировать у нас, захотите новый номер, мы обязательно напишем коллегам и попросим, чтобы вам предоставили новый номер, если вы того хотите. Вот, если у вас остались вопросы по данному отелю, то переходите по ссылке в описании к этому видео. На наш сайт Турагентные Штаты оставляйте заявки. С вами свяжется менеджер, ответит на все интересующие вас вопросы и обязательно подберу для вас наилучший вариант для вашего отдыха. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Пока-пока.